Жуков, да. Да, за. На заседании депутаты внесли изменения в положение о старости сельского населенного пункта в округе. Федеральный закон гласит, что староста не может быть лицо, признанное иноагентом. В новой редакции также было принято положение о порядке передачи муниципального имущества в аренду субъекта малого и среднего предпринимательства. Обновленный порядок будет применяться и к физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». В Московской области они ведут свою деятельность без проведения торгов. Изменения коснулись пакета документов, представляемых заявителем, сроков передачи имущества в аренду на льготных основаниях, порядка передачи объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также форм договоров. В заключение 77-го заседания были утверждены кандидатуры для награждения благодарственными письмами Совета депутатов. Анна Приенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.